Если ты хочешь стать режиссером, фильмы снимать не спеши. Ты погляди фильмы Ивана Гамаза, короткометражку «Ножи». После смотри ты кино Богунова, видишь как ново. Затем фильмы Басковой, «Дамы суровой». Затем скользь пробеги по Германике Лере, вижу ты в теме. Затем не забывай Балабанова в споре, пьяного критика тем, что он хороший совсем. Дальше смотри мы в «Ромате» Олега, а по утрам во время бега или в дому во время снега слушай стримы с ним по темам интереснейшим таким. Только затем ты снимай свой артхаус, чтобы затем был в крови Микки Маус, чтобы в кино породить трэш и хаос, и пусть не поймут тех проблем, что ты в кино своем взял, обозначил, переиначил и первым назначил, но не забудут тех тем, что совсем не замечали, в самом начале будут в печали, ах, мы не знали, и наградят на фестивале в финале твой фильм затем.